Всем привет, ребята! Мы вышли с ребятками на прогулку, а тут такое у нас творится. Все, Ваня, зима почти наступила, да, сына? Почти зима уже. Вот, и песочница вот так вот у нас теперь, там не поиграть сильно. Теперь нужно снеговиков любить. Горку будем делать, наверное, скоро, да, с папой. У нас была горка раньше, вон там в огороде. Такая большая. Нынче не знаю, как получится, нет? Если снега будет нормально, что снега надо много. Куда пойдем? На дом. Куда, на дом? На дом. А что мы там будем делать? Давай здесь вот Сашеньку покатаем, видишь, он не спит. Потом пойдем домой, кушать будем, обедать. На дом хочешь? Ну иди на дом. Ну пойдем на дом, пойдем, пойдем мы на дом. Походим там, погуляем маленечко. Там хотя бы ветра поменьше. А то здесь-то задувает, конечно. Может быть, Санёк из-за этого и не спит. Так, Ванюша все-таки выпросил погреться. Пусто. Ты замерз, что ли? Пусто. Пусто, конечно. Все хотел тут. А, ну, конечно, инструменты у папы тут. Сейчас наследим, тут будут мокрые пятна. Правда, у папы швабра стоит на такой случай. Он тут полы моет. Ну, а что хотел посмотреть? Погреться просто хотел. Ой, что там папа оставил, а? Что там папа оставил? Инструменты свои? Инструменты, ну. Инструменты. Саша практически не открывает здесь окно. Можно, конечно, его было открыть, но сейчас зимой, может, и будет, а по лету сильно печет этот экран здесь, стенку заднюю и компьютера. Практически все лето закрытое было. Ну и куда покатил ты? Пойду к Санечке. Пока ты тут греешься, я пока здесь похожу. Вот, а этот мужчина мой не спит. Ты не спишь совсем, малыш? Непривычно, скажи, с тепла вынесли и сразу холодно. Еще и спать заставляют. Вот видите, как здесь тоже на дом сильно нападало. О, Лиза! Ну, потом посмотрю. Потом посмотрю. Тут надо тоже все загораживать, потому что вот так, если все оставить, будет закидывать снегом. Видите, как сильно. Закрывать надо. По идее, здесь все будет закрыто и еще будет дверь. Как на веранде просто. Вот. Здесь-то прикрыли баннерами, а то вообще было тоже здесь гора снега. Технику некуда было поставить. Сейчас хотя бы здесь этот уголочек укромный. Можно что-то составить. Здесь вот сильно не идет в эту сторону. А здесь уже все, снега много. Вот. Если тоже баннерами здесь все затянуть, ой, тогда здесь будет темно. И Саше из кабинета не будет видно, кто пришел, допустим. Он обычно смотрит. Если кто-то приходит, видно же сразу все. А так все закроется, весь обзор. Что-то Ванюша меня кричит. Пойдемте посмотрим. Иду, иду. Иду. Так, Санечка, кажется, засыпает. Сейчас вот здесь поставим. Что там тебе? Посмотреть шуруповерт у папы? Ну на, посмотри, конечно. Ух ты, работает, что ли? Ой, работает как. Крутит, да? И саморезы закручивает папа тут. Ремонтирует что-нибудь. Сейчас посадим батарейку. Вот видите, какой обзор здесь хороший. С окна видно, допустим. Дети вернулись или там кто-то пришел. А если баннерами закрыть, ничего не будет видно. Поэтому пока мы так оставляем там все.
не стали заделывать. Компьютер тут мой, ноутбук у Саши навернулся у нас. Да, Ванечка, да. Что-то у нас батарейка не держит на нем. Саша его смотрел, не знаю, что он там будет с ним делать. Старенький он уже. Так, Ванюша, ты что, решил машинку разобрать? Не, не будем ее разбирать. Она же целая, хорошая. Это мы покупали Диме на день рождения уже давно-давно. Она так гоняет классно. Вот догонялась по огороду, что сломалась у нас. Нет. Будешь ее делать? Только не надо откручивать саморезы. Это что-то с этими амортизаторами, по-моему, проблема какая-то. Нет, две батареи. Даже нет запчастей. Неизвестно, где это брать. Ой. Отгоняла она уже свою. Отгоняла свою. Ну, вот Саша пытается ее еще в надежде, что ее сделать можно. Может быть, еще сделает. Хотя бы, может, Ванюшка еще поиграет. Если запчасти найдем. Да, Ванюш? Это пакетик. А? Это пакетик. Это грузовичок? Да. Ну да. Джип такой. Внедорожник. Видишь, как гоняет? Покатай. Здесь что наследили? Ой! Порезалась, ребята. Смотрите. Она у меня обломалась. Поэтому Саша ее себе-то и забрал. Острые края и порезалась. Вот не было печали. Видите, как сильно. Ну вот сломалась. А у мамы вон рука сломалась. Сейчас надо. Да, вот смотри, у мамы порезалась. Видишь, как сильно еще. Сейчас ранки так плохо заживают. Иммунитета уже никакого нет. Сашеньку посмотрю. Все, ребята, он уснул. Сейчас его опущу. Он у меня сидит. Так. Надо ее чем-то изолента, что ли. Это папина чик-чика. Ну-ка, вложи на место, сына. Это вообще мелкие детальки разбирать всякие. Телефоны ремонтировать. Планшеты у папы такие мелкие всякие. Вот, даже есть что-то женское эти. Кутикулу обрезать. Тоже он ими проводки обрезает. Сесть хочешь? И что ты бросил все? Надо на место все убирать. И машинку на место надо убрать. Вот, кстати, от нее пульт. Вот такой был. Видите? Опа. Ну что тебе? Кого дать? Доработать, конечно. Это папа с собой берет на работу. Папа же электриком работает. Ему нужно там светить где-нибудь. Если у кого-то свет пропал. Вот. Раз так в кармашек бросил такой фонарик, да? Маленький. Еще большой такой у папы есть. Если он, конечно, еще работает. О, работает. Он такой бесшумный. Держите долго вот так вот. И он раз, отключился. Опять подержишь, так он раз, включается, чтобы не щелкать. Это удобно, конечно. Бесшумный фонарик. Большой. А это чтобы играть в привидение? Да. Ну, понятно. Хорошо, здесь тепло. Она обогревается за счет теплых полов. Я уже где-то рассказывала. Ну, тепло здесь у папы. Так, давай я выключу. Нет, нет. Ты будешь выключать. Вот, кстати, ребята, телефоны
наших детей лежат здесь. Это вот Димин. И сейчас, я уже говорила, забрали у них телефоны. Это Миша. У них есть телефоны, все, но мы решили пока у них забрать. Много уж они уделяют времени, сидя в них. Меры не знают, так что папа принял решение пока что конфисковать. Все, наверное, подумают, какой злой папа. Ну вот, ребята, знаете, как-то вот так. Сейчас главное учеба, чтобы учились хорошо. С собой фонарик мы не возьмем, нет, нет, нет. Нет, вот, посмотри часики на. Посмотришь часики? Рулетку посмотреть? Ну на, посмотри рулетку. Нашему ребенку игрушки не нужны. Главное, чтобы инструменты были. Да, Ванюш? Ну. Ты сними перчатки-то уже, сними. Дай сюда свои перчатки, дай. Дай мама сними. Подожди. Давай вторую. Вон. Ты еще чего-то там соображаешь? Да, там циферки, видишь? Потом маленько подрастешь, мы с тобой поучим циферки. Подожди-ка. Вот так нажимаешь на кнопочку. Аккуратно, чтобы не сломать. Все, посмотрел? Нет еще? Угу. Все? Не все? Лежат вот грамоты. Вот как видите, мы еще не убрали. Наши медальки не можем придумать, куда их. Боимся уже перемешать. Ну, может уже просто в пакетик да убрать шифонер. Сейчас покажу вам сколько грамот. Много. По-моему, это еще не все. В основном тут у нас идут биатлон. Все по биатлону. Так, лыжи. Да. Вот. Вот эти, в принципе, тоже можно сюда убрать. Они тут уже давно лежат. Лыжи сюда. Вот школа их просит, чтобы мы принесли. Ну, наверное, только копии принесем. Надо распечатать все их. Потом отнесем. Все, ребят, пошли мы домой. Ванюша уходить не хочет, аж размылся. Понравилось ему там. Сашуня спит, сейчас его там в синях еще минут на 20 он там поспит. Так, не нервничай, сына. Идем домой. Кушать сейчас будем. Пойдем. О, расстроился. Не дали ему там. Да, не хочет он. Ну все, ребят, пошли мы. А то тут сейчас снежок в камеру. Ребят, зашла домой. А тут у нас что-то с водичкой такое творится. Кто слышит звук такой вот? Слышите? Тут что-то все побежало. Вся система. Видите, как капает сильно. Я подставила сейчас тазичек. Саша недоступен, я не знаю, почему он не берет трубку. Я не знаю абсолютно, что делать. Видите, как бежит сильно. И такой звук странный. Не могу даже определить, откуда он идет. Ну, не из бака же. Приехал Саша на обед. Сейчас посмотрим, что у нас с водой. Машинку пока выключу, шумит. Да, что-то оно вытекает. Что-то клапан, наверное, конец пришел. Да? Это опасно? Это опасно? Это почему опасно? Не опасно? Горячей воды сейчас не будет. Да ты что? Давай удумай это. Ты сейчас будешь делать? Давай удумай это. А покупать ничего не надо? Клапан. А где его? В городе только?
Ой, ну дела. Ты пообедаешь сначала? Короче, ребята, вот у нас дырочка. Сейчас. Подожди, Ванюша. У нас дырочка. Кто видит? Появилась, да, у нас дырочка вот. Из нее и бежала. Клапан, Саш, называется? Да? Да, предохранительный клапан называется. Предохранительный клапан какой-то. В общем, надо купить и поменять. Что, мы сейчас без горячей воды будем? Да, до вечера. Вечером поменяем, сделать уже. А можно Ване отдать? Можно. На, игрушка тебе будет. Играй. Потом папа сделает вечером другую. Кто у нас тут проснулся? Ребята, мы проспали. Ой-ой-ой, со скольки мы проспали? С 3 часов. Да? Проспали мы. Ой, мы спали. Санечку с улицы занесла, и он еще дома поспал, да? А, и мама поспала с тобой. Пойдем. И мама с тобой поспала. Ой, мама какая лохматая. Да? Мама лохматая какая. Мы пойдем кушать сейчас будем. У меня постряпался хлебушек. Вот. Тут тоже был хлебушек, уже почти кончился. Еще одну булочку сегодня испекли. Получается, пеку я. Где-то вот он готовится около 4 часов. Ну, там с замесом стоит. То есть он не постоянно же там мешает или что-то делает. 4 часа проходит, я еще булку ставлю. Потом 4 часа проходит, я еще булку ставлю. Таким образом получается у нас. Когда гости приходят, приходится еще покупать хлеб, потому что это, конечно, нам не хватает. Он еще, видите, такой мягкий-мягкий, рыхлый-рыхлый. Будет очень воздушный, как булочка, можно сказать. Вот. Я занимаюсь ужином, чищу картошечку. Тут картошечка у меня сейчас. Не знаю, что приготовим, может, толчоночку сделаем. Или еще какое-нибудь блюдо. Что-то не могу ничего придумать. Сейчас папа приедет у нас с работы. Вот у нас уже 7:30. Наварили мы сегодня еще плова. Плов у нас стоит и компотик. Ребятки бегают, пьют. Вот. Дети делают уроки. Малыши играются, я уж не знаю. Вам они не мешают делать уроки, а так кричат. Ванюшка пищит, бегает, да, Ванюш? Ну, это обычно у нас так вечер проходит. Все очень шумно. Санечка решил поплакать, да, потому что когда маму вижу, на ручки прошуся. Ага, мама будет картошку чистить. Санечка. Лизуня, поиграй, пожалуйста, с Сашей. Где ты? Лиза. Я здесь. Поиграй с ним, дай ему игрушечки. Вот сколько рисунков уже ребята у меня тут нарисовали. И поделочки тут есть. Нужно уже опять все снимать. Потому что места уже нету. Картошку будешь чистить? А я вот, видишь, порезалась сегодня. Мне ранку больно. По идее, перчатки надо одеть. Топим печечку. Ой, она, наверное, уже ее надо подложить. Ой, огонек, огонек. Нам тоже круги. Огонек может быть хорошим, а может быть злым. Да. Да. Он всегда злой и добрый. Нужно следить, не баловаться спичками. Вот я съел огонек. Я никогда не видел огонька. Ну как ты не видел огонька? Никогда. Вот, посмотри, я смею. Все, последняя досточка. Все, это будет для меня. Огонечек, тепло. И жарко. Да. Пошла заниматься с малышом. Просится он на ручки. Да, прошусь я на ручки. Вот. Лиза его не может носить, он тяжелый. Так что сейчас доча мне поможет с картошкой, а я позанимаюсь пылесом. Иди на ручки ко мне. Ванюша решил попылесосить. Доча, качельку положи в шкафчик туда, пока не будем качаться, потому что Санек у нас ползает, а она вот здесь висит. Вот петельки, видите, и ударяет его прям по голове. Так что мы решили пока убрать. Следить надо за этим процессом. Как будут, захотят ребята покачаться, я повешу.
Вот Слава сейчас будет помогать. Давайте. Надюша, ну ты иди шапочку постирай. Там шапочку замочили в ванной. Иди постирай. Надюша пришла стирать шапочку. Хотела я постирать, но думаю, пускай учится. В машинке стиральной ее нельзя. Пожмунькай ее хорошенечко. Отжимать будешь аккуратно, ладно? Не растягивай ее, а то потом она растянется. Сейчас мы ее постираем и на ночь на 3-литровую банку сделаем. Ты ее хорошенечко постирай. Вот, вот так вот ее. Печка сейчас топится, она протопится, будет тепленькая, потом банку поставлю на печку и на банку уже шапку одену. Вот так. Да, мы уже так делали. Балаболку я сняла, потому что она то ли кроличья, то ли какая-то. Ой, тут у нас стиральная машинка сейчас пойдет в полет. Стирает. Сейчас папа придет, будет еще делать у нас водичку. Потому что у нас тут сейчас, видите, горячая вода вообще отключена. У нас там образовалась какая-то течь. Нет. На-ка. О, папа пришел. Ваня, ты что тут насвинячился, а? О, Ванька, облился. Так, папа у нас купил яички. Масочка у нас кончилась. Молочко мы берем каждый день. Так, что там еще? Хлеб в школу я попросила на бутерброды, потому что это слишком рыхлый. Макароны. Так, печеньки вот такие. Да, подожди. Хлебушек. Колбаску. Майонезик. И колбаску. Да, колбаску на бутерброды тоже взяли. Просто ребята на бесплатном питаются, но не наедаются они. Будем делать бутерброды в школу. Санечка, масло. Вот он какой. Так, это в каше. Или на стряпню, может. Так, сахар. Тут еще дрожжи. Мука. И мандаринки. Маленькие совсем. Так что все, сейчас будем разбирать. Папа у нас приехал. Вон он. Саш, воду-то будешь делать? А? Воду будем делать? Вот будем делать. Лизуня вот сколько уже начистила. Молодец. Давай, молодец. Папа с ребятами вышли убирать снег в ограде. Вот. Сколько у нас намело. Да, вон уже маленько отгребли здесь. Сейчас папа погребет, потом мальчишки будут. Надо лопаты еще купить, потому что у нас только одна лопата. Нужна им, конечно. Ванюша тут смотрит. Ты машинку рисуешь? Вот это получилось. Я пока варю ужин. У меня подливчик с колбаской. Толчонка будет. Сильно шумит вытяжка у нас. Что, наверное, меня плохо слышно сейчас. Вот. Что, Слава? Свет включи, пожалуйста. Свет включить. А что ты с ними на улицу не идешь? Ну, я одеваю. А, ты пойдешь? Иди тоже поможешь что-нибудь папе.